Танцуют все. В Чебоксарах прошел традиционный бал дошколят. Воспитанники столичных детских садов, их воспитатели и родители собрались на Красной площади, чтобы отметить первый в жизни ребят выпускной. И еще разок для закрепления. Полька – один из трех танцев, которые исполнят дошколята и воспитатели на балу. Нравится очень полька. А чем нравится тебе полька? Потому что она веселая, там можно хлопать. Здесь, как говорится, на вкус и цвет. Другие два танца – вальс и полонез. Выучить их непросто, поэтому дошколята и воспитатели готовились к балу несколько месяцев. Сначала учили в детском саду, все движения разучивали, потом репетировали на заливе здесь. Выглаженные рубашки, пышные платья, аккуратные прически. В парах танцуют юные дамы и кавалеры. Брусчатка вместо паркета. На Красной площади бал прошел впервые. Место проведения под стать мероприятию. С каждым годом бал становится все масштабнее. На этот раз танцевали более 1000 дошколят. Вот, это моя старшая дочь, Соснина Алиса, участница бала, нарядная принцесса. И еще раз мы ее смогли предстать в образе принцессы. И наша младшая сестренка. Собирались с самого утра, проснулись без будильника. Очень чудесное мероприятие, очень красиво. Спасибо всем организаторам. Действительно, это большой праздник классической музыки, бал. Он проходит в Чебоксарах с 2016 года. Главная ценность этого проекта, что мы с малого возраста действительно даем детям вот это понимание классической музыки, чувство танца. Ну и, как говорилось в фильме «Золушки», обидно не ходить на бал, если ты очень этого хочешь. Бал дошколят вошел в 200 лучших мероприятий России и включен в национальный календарь событий. Вполне возможно, что в будущем танцевать на городских площадях в бальных нарядах станут дошколята других регионов. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.